Kim sevib, kim sevilmay, armonlar ichra ketar. Kim quvonch, kimlar alamda, manzili sari yetar. Bu hayot ummonida, kimlar juftin izlaydi. Vatan gado bo'lib kim, arosatda bozlaydi. Kimdir mehr ulashib, oromidan kechadi. Ozganing baxti uchun, biz sotdani sojradi. Hayot davom etar, davom etar hayot. Muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo. Hayot davom etar, orzu bo'lsin qanot. Lazzalarimizni mehrga to'ldirsin dunyo. Вы говорили, что после свадьбы не будете ездить на гастроли. На работе фотографа больше нет. Все заняты различными своими делами. Что, я должен сказать, что жена не разрешает? Все же будут смеяться надо мной. Скажите. Надо будет, скажите. Вам нужны коллеги или семья? Хорошо, что я сказал о поездке за 2 недели раньше. Это обязательно нужно возмущаться, когда остался 1 день. А что я буду делать 1-3 дня? Вы это представили? Что из-за этого? Завтра поедешь в Кишлак. Мама с удовольствием встретит. Все равно тебе в городе заняться нечем. Буду возвращаться, сам привезу. Кишлак? Никогда. В прошлый раз, когда я ездила, мне хватило. Меня всю покусали мухи. Ноги что-то покусало. 4 часа утра просыпаются, как будто чего-то не успевают сделать. И что с этого? В Кишлаке они привыкли просыпаться рано утром. Что здесь плохого? Видишь, тех, кто живет в Кишлаке, не хочется жить. Они всю жизнь занимаются тяжелой работой. Как люди коротко думают, не знаю. Эй! В этом Кишлаке и я вырос. Подумай немного, прежде чем говорить. Скажите спасибо, что вовремя спасла вас. Не то женились бы на женщине, которая намазала свои брови усмой, да и с квадратной талией. Эй, не делай мне нервы, хорошо? Да как и пор ты будешь унижать кишлачных? По-твоему, городские все модные, а кишлачные черни, что ли? Да, так, все. Эй, сейчас язык тебя отрежу. Больно же, отпустите. Отпустите, говорю. Вы ненормальны, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте, невестка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы и пришли без предупреждения. Проходите. Идем, дочка. Проходите. Мама? Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Здравствуйте. Здравствуй. Мама, вы до сих пор любите делать неожиданности. Ну, конечно. Ты же знаешь свою маму, сынок. Ой, я не из тех свекрови, которые могут оставить невестку одну. Пока ты приедешь, я сама побуду с ней, прижав ее к груди, сынок, оберегая ее, да? Мама 2 недели назад уже запланировала. Да. Мы знали, что невестка все равно не поедет в Кишлак, поэтому сами приехали. Да, вот. Проходите в дом. Ну-ка, хорошо, давайте. Возьми, сынок. Вот, возьмите. Идемте. Идем, дочка. Ой, бисмилляхи рахмани рахим. Идем. Ну-ка, мама, проходите. Вот, пришли, сынок. Идемте. Спасибо. Ну-ка. Сделайте дуа, да. Мама. Дай бог спокойствия, долгих лет жизни вам вместе. Будьте счастливы вместе. Аминь. Аллаху акбар. Добро пожаловать, мама.
Хорошего настроения. Как сами? Как поживаете? Да, мы в порядке, мама. Работы стало больше. Что-то настроения нет у невестки, брат. Нет, почему? Все хорошо. Да, я же уезжаю, поэтому обижается. Боится расставаться. Да. Скажите же. Ладно, пойду чай заварю. Хорошо. Подождите, я помогу. Иди помоги. Сынок, все в порядке? Все в порядке, мама. Не думайте. Расскажите о Кишлаке. Какие новости? Эй, в Кишлаке много новостей, сынок. Невестка, мне эти пилушки брать, да? Сначала помойте руки. Как приходит с улицы, первым делом надо руки мыть. Потом занимайте делами, потом садятся есть. Ага. Здесь посуду моют. Руки моют в ванной. Есть мыло, красное мое, а которое в мыльнице для гостей. Хорошо? Хорошо. Сынок, ты можешь на 3 дня оставить на меня свой дом и жену, поверь мне. Это и есть мужская работа. Хорошо, что есть работа. Говорят же, хорошо, когда деньги текут. Правильно говорите, мама. Да. Я вам верю больше, чем себе, мама. Молодец, сынок. Добро пожаловать. Хорошего настроения вам, дочка. Да, сидят, смеются. А это хорошо. И ты присоединяйся. Мама, у меня много дел. Я еще должна погладить одежду Шазотакиа, собрать вещи. Могла бы встать и помыть посуду, дочка, как корова. Бестолковая. Ай, ай, они гости, а ты невестка, дочка. Сколько ты там посуды моешь, а? Моя невестка с младенцем на руках не оставляет мне работы. Дай ей достаток. Ой. Мама, конечно, она будет помогать. Вы же смотрите за ее ребенком. Этот ребенок и мой тоже. Первый внук мой. Буду смотреть. Ладно, все. У меня много дел. Ладно. Потом поговорим. Свате передавай привет. Хорошо. Ну это же хорошо. Ты посмотри на нее. И что, придя ко мне домой, буду так и сидеть смеяться? Когда будут спать уже? Ой, ты посмотри на нее, помнишь, да? И ты присоединяйся тоже. Я помню. Постоянно меня приписывали к этой соседке Халиде, мама. Так как она была черной, я так злился. Один раз, чтобы отомстить, я спрятал сумку Халиды. Но я тоже. Я об этом говорю, сынок. До сих пор помню, бедная ее мать. Так обиделась. Ну в чем же Халида виновата? Не говорите. Мы же маленькими были. Эта черная девушка стала такой невесткой красивой. Вы бы рот открыли, если бы увидели. Представляю. Последний раз я видел 4 месяца назад на мероприятии. Такая активная. Ташкент всех поднимет, мама. Не говори, сынок. Я тоже в этом году поступлю на учебу. Вы не сможете ко мне приблизиться. Ой, ты смотри. Да, ты посмотри на нее. Что там? Ну-ка. Что там, в порядке ли? Ну-ка, идем. Идем. Что там? Что случилось? Что такое? Что случилось? Что стряслось? Нормально все? Нет, не в порядке. Что такое? Эх, бабочка залетела, мама. Ой, бабочка? Угу. Это ваша невестка только муравья не боится. Остальная живность для нее кажется хищниками. Эй, ты не смейся. Не смейся, говорю тебе. Камила же выросла в городской атмосфере. А вы в Кишлаке насмотрелись на этих насекомых, и глаза уже ваши привыкли. Человек, который не видел, конечно, будет пугаться. Эх, мамочка. Да? Ну что, отдохнете немножко? Ну да, да, конечно, отдохнем. Ты тоже должен рано проснуться на работу, да? Ладно. Хорошего отдыха вам, дочка. Спокойной ночи. Ладно, сынок. Ладно, спокойной ночи, мама. Хороших снов.
Идем, сынок. Счастливо тебе добраться, сынок. Как приедешь, сразу позвони, хорошо? Не заставляй волноваться. Хорошо, мамочка, не волнуйтесь. Счастливо оставаться. Только не забудьте принести мне подарок из Бухары, хорошо? Смотрите, я положила в сумку еду. Покушайте, хорошо? Там всему нельзя доверять. Ешьте то, что я вам положила, хорошо? Хорошо, хорошо. Ладно. Ладно, счастливо, сынок, оставаться, мама. Ну-ка, аминь. Дай бог хорошо тебе съездить, сыночек. Будь осторожен. Ладно, хорошо, счастливо оставаться. Всего хорошего вам. До свидания. Да. Счастливого пути, сынок. Хорошо, хорошо, мама. Давай. Пусть берегет его Аллах. Вот и уехал. А мы теперь одни остались. Итак, что мы будем делать? Прогуляемся по городу, да? При такой погоде, что ли? Не знаю, как вы, но я хочу спать. Я так устала, всю ночь гладила одежду. И сейчас кушать варила. Я пошла спать. Зайдете? Что она сказала, мама? Да брось, оставь. Она и так уже остала, оказывается. Ладно, идемте. Идем, проходи. Хватит. Ох, их твои волосы. Мне скучно, давайте выйдем на улицу. Ой, мы и так еле как нашли дом брата. Как бы нам не заблудиться, выйди на улицу, дочка. Вечерком скажем невестке. Время так трудно проходит в четырех стенах. Ну вот, еда готова. Давай сначала поедим, а потом уже посмотрим. Здравствуйте. Мама, не разбудили меня, я проспала. Ничего страшного, дочка. Немного отдохнули, ничего. Это еда? Да, мы сварили немножко жидкого. Какое мясо? Баранина. В морозилке было, мы это положили. Мама, я не ем баранину. Зачем вы положили баранину? Весь дом пропах. Теперь меня будет тошнить. Могли бы другое мясо положить. Ой, простите, невестка, я не знала. Это самое, мы любим баранину, поэтому... Мама, вы вообще что не любите? Вам все нравится. Вы едите все. Пожалуйста, побыстрее съешьте, а то меня будет тошнить целый месяц, хорошо? Что? Вот я вам говорила, мама. Эта невестка нас не признает. Да что ты говоришь? Почему это не признает? Мама, не будьте такой наивной. Вы же слышали, что она сказала? Она прямо в лицо вам сказала, что вы из деревни. Мама, волнение ваше было верным. Да ничего не добавляй от себя. Она же не говорила этого. Сынок, что-то на душе неспокойно. Будет ли эта девочка нас, деревенских, признавать? Вы о чем, мама? Почему не будет признавать? Мы же ничем не хуже городских. Надо будет, пусть они позавидуют нам. Ты прав, но... Мама, Камила и меня, и вас хорошо знает. Вы не беспокойтесь. Мы уже обговорили это. Ладно, сынок, ладно. Пусть все хорошо закончится. Этот? Да, этот. Вы заходите, я вас здесь подожду. Хорошо, сынок, подожди. Ладно, сынок. Мама. Мама, я вам говорю. А? Да. А, ладно, дочка. Что получилось, то получилось. Давай, накладывать блюдо уже. Возьми косушки. Угу. Подавай быстрее. Скорее давай, дочка.
И зелень накрошила, да? Уф, и такое мне на голову свалилось. С первых дней проблемы. Ну возьмите же, а. Алло? Алло, говори быстро. Здравствуйте. Сейчас мы с поезда выходим. Шахзотаке, вы знаете, что ваша мама сделала? Она испортила всю кухню. Вы должны быстрее приехать. Потом сколько поговорим, мне еще терпеть поговорим. Это? Алло? И что мне теперь делать, а? Сколько мне еще ему угождать? Нужно было ему туда уезжать. Ой, что опять произошло, а? Мама, что вы сделали? Послушайте, Дильноза. Да? Откуда вы взяли полотенце? Это висело на веревке, было чисто, я взяла. Смотри, ага. Конечно, будет чистое после того, как я постирала. Спросили бы хотя бы один раз. Я бы другое полотенце дала, это же мое. Простите, невестка, я не знала. И что вы вообще знаете? Дильноза! Могли бы здесь протереть? Вы везде все испортили. Везде вода. Я сейчас в этой ванне буду купаться, да? Вы хоть думаете немного? Простите, я сейчас уберусь. Я... Пожалуйста, не надо. Ничего не нужно. Вот здесь в сторонке посидите, пожалуйста. Вы так грязно выполняете работу, мне аж затошнило. Ой, что-то не уходит. О, боже мой, что же это? Ну что же? Мама, что вы делаете? А, это вот вода почему-то хорошо не уходит. Пожалуйста, мама, пожалуйста. Только вы так не говорите. Почему эта вода столько времени уходила, а теперь нет? Наверное, одну посуду 10 раз мыли, мусор выбросили туда. Нет, нет, я ничего не бросала. Мама... У нас всего лишь маленький дом. Вы не смогли, как другие люди, купить нам большой. Давайте хотя бы ценить этот дом. Не ломать эти вещи. Прошу, пожалуйста. Хорошо. Мама, давайте. Вы с дочкой будете сидеть в углу, хорошо? А я сама буду все делать, выполнять всю работу. Прошу, пожалуйста. Хорошо. Не трогайте ничего. Не готовьте, не мойте посуду. Прошу. Хорошо, спасибо. Вот, сынок, твой дом готов. Главное, есть крыша над головой. Вообще, моя мечта была купить тебе дом до твоей женитьбы, сынок. Ну вот, слава богу, я этого добилась. Спасибо, мама. Вы самая хорошая мама на свете. Вы моя героиня. Спасибо, сынок, спасибо. Дай бог в этом твоем доме больше хороших дней. Не говорите «в твоем», скажите «в нашем». Это ваш дом, слышите? Ваш дом. Мама. Хороший, да, фильм? Угу. Смотри, что они там делают. Что вы смотрите? А, такой хороший сериал вот этот. Такой впечатлительный. Мам, что здесь интересного?
Посмотрите на актрису. Конфетка, что ли? Черт ее знает. Что? Не смогла сыграть. Видно, что дочка богача. Вдобавок, фальшивая такая, заставляет людей выражать недовольство. Узбекские сериалы неинтересные. Лучше смотреть зарубежные. Что смотреть в узбекских фильмах? Мне нравится. Все на одну тему. Свекровь, невеста, ссоры, скандалы. Невеста плохая, а свекровь хорошая. Не знаю. Вот этот сериал мне очень понравился. Ну, вы кишлачные люди. У вас и возможности-то нет смотреть что-то другое. То показывают, то и смотрите. Но если вы немного посмотрите, вы тоже заинтересуетесь. А, нет. Я лучше с интернета что-нибудь научусь. Что интересного? Мои нервы мне самой нужны. Ладно, я пойду спать. А, кстати, не выключайте свет, пожалуйста. Я так боюсь темноты. Мы всегда спим со светом. Не выключайте из-за того, чтобы сэкономить. За все заплачено. И потом, немного убавьте звук. Я не могу спать в шуме. Хорошо? Ладно, ладно, уменьшим. Хорошо, ладно. А почему вы кушаете так поздно? Соблюдайте диету. Это на утро, хорошо? На ночь такое не едят. Сейчас не ешьте это. Утром будете хорошо? Нужно соблюдать диету. Не то поправитесь. Полнота – это вред для здоровья. Будет много лишнего жира. Ладно, хорошего отдыха вам. Ладно, спокойной ночи. Ой, зачем вы выключили, мама? Да брось. Давай угождать невестке. Дочка, давай немного потерпим еще 2-3 дня, потом уедем домой. Мама, вы еще терпеть собираетесь? А я хочу невестку вашу уложить и испинать ее ногами. Хватит. Хватит, не говори так. С ума сошла, что ли? Что ты говоришь? Мама, если так будет продолжаться, мы лишимся брата, это точно. Я не знаю, как вы, но мне обидно. Потерпи. Нужно воспитать эту невестку вашу. Я сказала, вашу. Замолчи, хватит. Что ты говоришь? Хватит. Вы не можете ей что-то сказать даже. Ой, я тебе говорю тише, поняла меня? Пусть слышит. Закрой рот. Что мне теперь, кричать, что ли? Завтра же уедем. Ой, уедем? Уедем. Ой, смотри туда. Да, там красиво. Такое высокое, да? Да. Да. Ты, девочка, что-то затеяла, да? Ваша невестка подумала о нас, деревенских, что мы тоже не подарок. Мы сейчас тоже прогуляемся по городу. Сначала она обрадуется, а к вечеру получит свое. Если, конечно же, пойдет по моему плану. Боже упаси. Моя же дочь такая же хитрая, да? Это последствия того, что много смотрим сериалы. Лучше посмотрите на город, как красиво. Да, очень. Но холодно. Как ваша невестка. Хватит уже. Прекрати. Но эта невестка нам не чужая же. Об этом она, недотрога, должна была раньше думать. Сколько она нас унижала, мама? Ну, она же городская дочка. Лучше быстрее настал бы вечер. Да. Ой, пойдем вон тому месту, мамочка, там красиво. Идем, идем туда. Да, идемте. Ой, магазины работают, да? Купим вещи. Хорошо, идем, пойдем. Ой, мама, откуда мне знать? Уехали, наверное, в свой кишлак. Или ты их обидела? Ой, мама, нужно мне их обижать? Ты, девочка, никак человеком не станешь. Мама, вы что, мне не верите, что ли, а? Так как ты моя дочка, поэтому и не верю. Уф, мама. Скоро настанет вечер. Вы знаете, я боюсь темноты. Лучше бы пришли к нам. Не дайте мне остаться одной дома, пожалуйста. Ой, мой внук температурит. Я не могу его оставить ни на шаг. Мама, у него есть своя мама. Ты думаешь, так легко вырастить ребенка? Почему вы все говорите? Невестка, невестка, внук. Здесь есть ваша родная дочь. Твоя свекровь, думая о тебе, оставила свой кишлак и приехала. Сама виновата.
Мама! Потерпи до вечера. Они подойдут. Не преувеличивай, хорошо? Ладно, у меня дела. Мама, подождите! Ой, боже. Родная мать думает о невестке, не думая о дочери. А если станет темно, что я буду делать? Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Зибо, как вы? Все хорошо. Все хорошо. Спасибо. Проходите, я ужин сделала. Нет, я очень тороплюсь. Я хотела вас кое-что спросить. Хорошо, спрашивайте. Вы можете одолжить мне сумку, которую купили? Сегодня у нас посиделки с однокурсниками. Не могла найти подходящую сумку. Ладно, ладно. Хорошо, сейчас. Вы уходите на посиделку? Да. Как хорошо. А свекровь разрешила? Да нет, муж сам решил сказать свекрови. А, хорошо. На посиделках только девчонки. Хорошего вам отдыха тогда. Да. Сейчас вынесу. Спасибо. Сейчас. Абонент аппарата недоступен. Перезвоните позже. Почему они не поднимают, а? 100 раз звонила. Абонент аппарата недоступен. Перезвоните позже. Может быть, они в кишлак уехали? До этих пор они должны были прийти же. Почему они не пришли? Никто из них на звонок не отвечает, а? Я сама такая плохая. Я наговорила такие слова. Как же я теперь буду сидеть одна? Мне страшно. Лучше домой пойду. Я не могу сидеть одна. Эта бабочка уже надоела мне. Улетела бы, а? Кто-то потеряла возле моих денег в шкафу. Что я теперь буду делать без денег? У кого же попросить, а? Попрошу Зибо. У Зибо есть, она даст. Зибо? Как вы, не устаете? Что случилось? Простите, и сумку вашу не могла вам занести. Да оставьте вы сумку, что с вашим лицом? Свекровь. Что? Что, свекровь вас избила? Говорите тише, чтобы не услышали. Почему она вас побила? Из-за того, что вышла на улицу, свекровь побила. И вы молча смотрели тогда? Ой, боже мой, а? В семье же всякое бывает. Пустые слова. Эй, ты что так задержалась, а? Поднимайся быстрей. Сколько можно ждать, а, тебя? Сейчас, мамочка, иду, сейчас. Ладно, Камила, поговорим еще. Ой, боже упаси. И такие свекрови бывают. Боже упаси, а? Боже упаси. Алло? Шазо Такя? Почему вы не отвечаете, когда я звоню? Алло, прости, дорогая. Работы очень много. Я хотел тебя поблагодарить. Поблагодарить? За что? А, маме показала город. Они сказали, что им так понравилось. Что? Что вы говорите? Да, я сейчас разговаривал. Они сказали, что заходят домой. Ты, оказывается, чуть раньше зашла что-нибудь приготовить. Они очень благодарны тебе. Я не поняла вас. Ой, что тут непонятного, боже? Спасибо тебе за доброжелательность к моей маме и сестренке. Я тебя люблю, ладно? Чуть позже я еще позвоню. Счастливо оставаться. Сегодня день выдался странным.
Сначала я хотела остаться одна. Потом и вправду осталась одна. Я не признала свекровь из-за того, что она из кишлака. А она утруждается задобрить. Что такое? Что случилось? Что такое? Что случилось? Что стряслось? Все нормально? Нет, не в порядке. Что такое? Эх, бабочка залетела, мама. Ой, бабочка? Это ваша невестка только муравья не боится. Остальная живность для нее кажется хищниками. Эй, не смейся. Не смейся, говорю тебе. Камила же в городской атмосфере выросла. А в деревне вы насмотрелись на всяких насекомых. Вот и глаза ваши привыкли. Человек, который не видел, конечно, будет пугаться. Родная же моя мама не пожалела меня. Я ей, наверное, надоела. Но свекровь приехала из кишлака, подумав обо мне. Мама, вы до сих пор любите делать неожиданности. Да, конечно. Ты же знаешь свою маму, сынок. Ой, я не из тех свекрови, которые могут оставить невестку одну. Пока ты приедешь, я сама побуду с ней, прижав ее к груди, сынок. Оберегая, да? Мама 2 недели назад уже запланировала. Да. Мы знали, что невестка все равно не поедет в кишлак, поэтому сами приехали. Да. Ну, отлично. Проходите в дом. Возьми, сынок. Моя свекровь угождает мне. А некоторые даже избивают своих невесток. Что случилось? Простите, и сумку вашу не занесла. Да, ставьте вы сумку. Что с вашим лицом? Свекровь. Что? Что? Свекровь вас избила? Говорите тише, чтобы не услышали. Почему вас свекровь избила? Из-за того, что вышла на улицу, свекровь побила. Ой, и вы молча смотрели тогда? Ой, боже мой. В семье же всякое бывает. Простите меня, мама. Простите. Я не променяю вас на 1000 городских свекровей. Какая же я глупая, а? Ой, дверь открыта, что ли? Ой. Все ли в порядке? Идем-ка. Ой, дочка, все хорошо? Что случилось? Мама. Да? Простите. Простите, пожалуйста. Я не хотела вас обижать. Дочка, мы не обижены на вас. Не мучьте себя. Правильно же, то из деревни их называют деревенщинами же. Простите, мама, пожалуйста. Невестка, за один вечер вы так изменились или играете роль? Эй, прекрати. Простите, Дильноза. Оказывается, иногда мы можем не увидеть простую правду. Только один вечер без слова открыл мои глаза. Не думайте, невестка. Лучше идемте. Мы принесли из баранины кебаб. Эх ты. Баранина? Она шутит. Это не баранина, дочка. Это говядина для вас, моя золотая невестка. Можно же быть, оказывается, такой невесткой?